Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас новости, посвященные ETS 2, ну и частично American Truck Simulator. Начнем с новости, посвященной DLC Cabin Accessories. Сегодня по плану должно выйти обновление. Возможно, когда вы смотрите это видео, уже обновление вышло. Ну и давайте кратенько пройдемся по тому, что нас ожидает. Данное обновление, конечно же, будет бесплатным для всех владельцев DLC Cabin Accessories. Сейчас, кстати, в Steam скидки, и DLC Cabin Accessories стоит всего $1. Обновление будет содержать эквиваленты нескольких практичных и декоративных элементов, представленных в ETS с несколькими дизайнами, эксклюзивными для ETS 2. От кофейных чашек до освежителей воздуха и ноутбуков. Также будет дополнительный бонус для владельцев Goodyear Tires Pack, добавится подушка на спальник с брендом Goodyear. Конечно, давно следовало обновить этот DLC, но вот только сейчас CS Software этим заняли, сразу в American Truck Simulator, а теперь в ETS 2. Конечно, для American Truck Simulator у нас больше возможностей тюнинга за счет большой кабины. Когда уже DLC выйдет, мы узнаем все-таки подробно, что же будет у нас добавлено в ETS 2, но я думаю, ничего сверхъестественного. Самое интересное, это, конечно, освежители воздуха, навигатор, телефон, то есть телефон, который служит навигатором. Эта новость у нас вышла вчера, но я вчера не посчитал нужным записывать видео по этому поводу, потому что не так много информации. Но сегодня вышла очень важная новость, из-за которой я, грубо говоря, и записываю видео. Начинается у нас рождественский ивент в ETS 2 и ETS. Ну и правила данного ивента. Используя внешние контракты с профилем, подключенным к World of Trucks в ETS 2 или ETS, цель сообщества – получить как можно больше сердец и подарков для как можно большего количества городов. Каждый город может получить до 5 сердец и 5 подарков. Чтобы город получил это одно сердце, сообщество должно доставить из него 1000 грузов. Чтобы город получил один подарок, сообщество должно доставить в этот город 1000 подарков. Каждый уровень из 350 сердец и подарков вместе открывает уникальную награду сообщества. Для личной цели нужно выполнить не менее 15 доставок подарков в ETS 2 или ETS. Для тех, кто выполнит свою личную цель по доставке подарков, получит раскраску «Зимний взрыв», как они ее назвали, в рождественской тематике. Очень довольно такое красивое. Раскраска мне лично зашла. Цель сообщества – каждый уровень из 350, как я говорил уже, сердец и подарков вместе открывает уникальные награды сообщества. Всего будет 6 уровней, поэтому после достижения 2100 сердец подарков все цели сообщества будут выполнены. Так что давайте сделаем это, пишет SCSFR в своем блоге. Пока точно не говорят, что это за подарки за выполнение цели сообщества, которые будут давать, но они скидывают у нас 2 скриншота. На одном у нас кружка, на которой написано Merry Christmas, а второй скриншот стоит подарок у нас на сиденье грузовика. То есть, в принципе, можно предположить, что это будет, опять же, какие-то дополнительные виды тюнинга для, опять же, DLC Cabin Accessories. Вот такие у нас новости сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока.